Всем привет, ребят, с вами Вархаммер, и это заключающая серия данного сезона. На этот сезон у меня была всего одна цель – получить штык-нож Градиент. Что я и получил, это моя давняя мечта иметь данный ножик, и наконец-то она осуществилась. Но вы спросите, заброшу ли я на этом данную рубрику? Конечно же нет, так как иметь голый инвентарь с одним ножом – это не есть хорошо, и поэтому я буду дальше трейдить. Но трейдить буду я не сам этот ножик, а скин, который будет стоить 200-300 рублей. Ну, конечно же, не так, как в этом сезоне, как я смплевал и начал с скина, который стоит 2000 рублей. А именно со скина, который будет стоить 200-300 рублей. И трейдить я это буду до трех вещей. То есть в этот раз я буду трейдить уже не какого-то ножа, а именно до трех вещей. Первая вещь — это АК «Огненный змей» после полевых испытаний, М-ка с «Красной зверь» прямо с завода и АВП «Азимов» после полевых испытаний. Но все три эти вещи в общей сумме составляют стоимость моего ножа. Вот. Но после этого тоже, я думаю, как-то продолжать эту рубрику. Так что, ребят, следите за новостями с моего Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите продолжения данной рубрики. Пока-пока вам и удачи в трейдах.